в Москве простились с Инной Ивановой, женой писателя Аркадия Инина. Аркадию Инину идет 83-й год. С 1960 года он был женат на Инне Ивановой. 61 год вместе – удивительное для артистической среды постоянство. В прошлом году они отмечали бриллиантовую свадьбу, но никто и подумать не мог, что это последний их общий праздник. Поэтому во время похорон на Инина было больно смотреть. Сыновья держали рыдающего Аркадия Яковлевича под руки у гроба жены. Отпевание жены Инина прошло в храме. Похоронили же ее на Троекуровском кладбище столицы, недалеко от могилы певицы Юлии Началовой. А поминальный обед был дан в ресторане «Дома кино», в котором чета Ининых часто бывала. Подруга семьи сообщила подробности кончины жены Инина. Инночка была верующим человеком, поэтому смерть Господь ей дал легкую. Она говорила с сыном и внезапно упала. Оторвался тромб в легком, и она умерла на месте. Аркадий Инин был соседом по подъезду в писательском доме с драматургом, сценаристом и ведущим кинопанорамы Далем Орловым, который ушел из жизни в феврале. Они дружили семьями, Даль Константинович всегда помогал Аркадию Яковлевичу в заботах о больной супруге. 2 года назад Орлов и сам овдовел.